В Нигерии число погибших в результате теракта школьников возросло до 59 человек. Все они стали жертвами нападений экстремистской группировки «Боко Харам». Боевики ворвались в учебное заведение в городе Даматуру, расстреляли детей и подожгли здания. По данным полиции, все убитые – мальчики. Ранее правоохранители сообщали о 29 убитых. Из местной больницы поступили новые сведения. Президент Нигерии Гудлак Джонатан назвал нападение на детей, цитата, «бессердечным и бессмысленным убийством, невменяемыми террористами и фанатиками, которые явно потеряли человеческий облик и опустились до зверства». Конец цитаты. Боко Харам – это радикальная исламистская группировка, появившаяся в Нигерии в 2002 году. Она борется с заведением во всей стране законов шариата. Ее название переводится как «Западное образование запрещено». С июля 2009 года боевики Боко Харам начали нападать на севере Нигерии на христианские церкви и полицейские участки. При этом город Даматуру неоднократно становился жертвой террористических атак.